года, но сколько сочинил? 9 опер, 6 симфоний, 3 балета «Спящая красавица» и их сочинений, увертюры, произведения фортепиано, свыше 100 романсов для голоса и фортепиано. Огромное количество сочинений. Thank you.
когда в крови золотолиственных уборов, горящих осень ищет взоров, из нойных прихотей любви молчит стыдливая печаль, лишь вызывающая слышно и замирающей так пышно, ей ничего уже не
романсов написано на стихи графа Алексея Константиновича Толстого. Как море играющее.
над тобою еще безоблачно лазурь. Играй с людьми, играй с судьбою, ты в жизни уж призванная к бою, ты сердце, жаждущее бурь. Как часто грустными мечтами томимой на тебя гляжу, и взор туманится слезами. Зачем? Что общего между нами? Ты жить идешь, я ухожу. Я слышал утренние грезы и первый милый лепет дня, но поздние живые грозы, но взрыв страстей, но страсти, слезы нет. Это все не для меня. Но, может быть, в разгаре лета ты вспомнишь о своей весне, и вспомнишь и про время это, и про забытый до рассвета мелькнувший призрак в первом сне. Поделиться с вами тем, что мы умеем
сделать и доставить вам радость. Сегодня день рождения. Мы желаем прекрасных друзей, очень много вдохновения, очень много успехов, концерта и всего самого наилучшего. Преклоняемся. Спасибо вам большое. Спасибо. Так что до следующих встреч. Спасибо. Спасибо.